Десятая пара. Спасибо, ребята, вам удачи, счастья. Девятая пара. Примите поздравления от компании Valio и слова благодарности. Спасибо. Так, какая вы? Пятая. Пятая пара. Вперед! Удачи вам. Удачи. Двадцатая пара, которая привела сегодня еще и своих друзей. Спасибо вам. Удачи. Девятнадцатая. Так, мужчина убежал уже? Но не с другой? А, с ребенком. Тогда все замечательно. Удачи вам. Будьте счастливы. 24-я пара. Удачи. Удачи. Спасибо. Ну и вот они последними остались. 13-я. Чертова дюжина. Ребят, спасибо вам за участие. Спасибо и удачи. О! А 14-ю пару мы забыли, а? Как так мы могли забыть 14-ю пару? Нехорошо. Они так бежали и старались. 14-ю пару наградите, пожалуйста. Ребят, одну секунду. Да-да-да, не забудьте, пожалуйста, я прошу всех-всех наших участников отдать номерки. Ну и приглашаю на сцену наших почетных гостей. Татьяна Навка, Алексей Ягудин. Друзья, вам слово, имена победителей. Ну что ж, началась поистине финская погода, пошел дождик. Наш праздник подходит к своему логическому завершению. Как раз мы подошли к самой торжественной части нашего праздника. Как раз рассказать, кто же все-таки занял почетное третье, второе, и кто же выиграл сегодня марафон легкой жизни. Итак, третье место бронзовой медали с результатом 27,4 секунды. Пара номер 4. Коковин Алексей, Коковина Наталья. Просим вас на сцену. Друзья, не уходите, сейчас будет памятная фотосессия. Можно пока пройти вот сюда. Итак, второе место. Пара номер 24 с результатом 26,4 секунды. Сагаль Дмитрий и роскошная Алина. Итак, победители нашего марафона. Пара номер 12 с результатом 25,3 секунды. Шулев Иван и Шулева Алина. Юлия, прости. Вы вдвоем бежали или втроем? И давайте своими бурными аплодисментами еще раз поздравим победителей нашего сегодняшнего марафона легкой жизни. Друзья, и памятная фотография с нашими почетными гостями. Татьяна, Алексей, вставайте по центру, не прячьтесь. Давайте организуемся. Друзья, это новая страница в истории развития российского спорта. Впервые наша страна, Россия, примет участие в международном чемпионате. Сегодня прошел первый отборочный тур здесь, в славном Екатеринбурге. Друзья, хочу напомнить, что фотографии вы сможете скачать с сайта Alter Money и групп Valio в социальных сетях. Valio City Club в Фейсбуке и кулинарный клуб Valio ВКонтакте. Еще фотографируемся? Фотографируемся? Развитием турнира на сайте altermoney.ru и в группах Valio в социальных сетях. Ребят, еще раз спасибо всем большое, спасибо нашим почетным гостям. Да, спасибо всем, кто принимал участие в нашем сегодняшнем празднике. И помните, что сегодня нет проигравших, сегодня у нас все победители. Помните о себе, кушайте вкусный и, самое главное, полезный сыр. И до новых встреч, спасибо!